За что ей воевать и что ей делать? Ее просто вытянули куда-то, вот и вытянули, понимаешь? Это как-то как само собой произошло, и она даже не в теме и не в курсе, что происходит. Этот человек абсолютно не готов к какой-то роли, отведенной ей. Ну, там переигрывают, ибо не женское это дело, а именно женщина заставляет идти по этому пути войны. А в «Игре Эндера» немножко другая идея, абсолютно. Я рад, что ты наконец посмотрел этот фильм. И там много-много нюансов. Там человек в 77-м году показал сканирование сетчатки глаза, биометрию всю, показал планшеты, которые только вот недавно появились. Он показал некоторые вещи, которые он просто не мог знать. Ну, понятно, что чипирование какое-то. Что он подключен к матке, к матрице, к этой, и поэтому там база данных она дал, общих, она да, дала она, ему, она-то да. все знает, куда все развивается, там иначе время течет. Но иначе объяснить некоторые вещи, чем подключением к мегаразуму, сложно. Там в игре Эндера есть такое, что, в принципе, вот пару вещей только я знаю. А много вещей, которые только сейчас появляются и еще будут. Очень много не показано из того, что есть в книге. Это лишь один пример. Другие фильмы, которые тебе порекомендовал, там тоже есть куча всего. Фишек, нюансов. Но это, конечно, самый яркий пример. Да, Документального фильма. Какое-то, знаешь, такое гнетущее очень состояние после этого кино. Вроде бы прикольно и классно, и такая фантастика, но если думаешь, хочется пойти помыться. После Много просмотра. Промывки мозгов, да? Вот просто под душ, под Да. такую струю, Не чтобы смыть отмоешься. себя. Да, чтобы смыть себя это все. Вот не отмоешься от этого. Мы все в этом. Там показали два вторжения, только промолчали, что потом перехват власти, освобождение, и уже флот типа вместе пошел к ней. Белые пушистые ее выставляют, мол, случайно сунулась, ее Да, разбомбили. она вообще хотела даже и переговоры какие-то вести, и Да, не да, нападала, а вот да. застыла, так прям танцевать собрались. Рой собрала и танцевать хотела, Да, да? да, да, да. И Так и он такой есть. в шоке, она же хотела переговоры, как же А так, его я убил обманули, ее. получается, только обманутые идут против нее, на самом деле обманутые за ней идут. Все перевернул, линзочка, у нее же Вот давай еще по ее мышлению сегодня попробуем поработать. Как у нее противоположности сходятся. Вот этого я не могу понять. У меня мозг ломается, когда я в нее лезу. Ну, как бы, уже не ломается, но некоторые вещи Можно интересны. будет попробовать. Да. Я Тебе так проще знаю, что... будет, ты женщина. Как вчера с кремом разобрались. Зачем ей это вообще О, нужно было? писец, это круто было. Она просто не хотела старости и молодости, ой, юности, детства. Она хотела молодость. Вот как любая женщина. Вот нафига? Это понятно, что реинкарнация, все равно ты возродишься. Но главное же Она-то молодость не может удержать. родиться, у нее там другие были законы, но она полезла к нам. И сейчас этот крем, это разрушение нас идет. Кстати, вот по поводу крема и времени, откуда она этот крем берет, тоже надо посмотреть, потому что я-то знаю, но вот надо, чтобы ты озвучила. Откуда она его берет, она его делает. Из чего? Ингредиенты. А я там говорила, три составные какие-то. Сейчас, вот да, расскажи. Если вы готовы без погружения. Это время, это ее внутренняя секреция, это энергия та, которую она берет. Еще. Откуда она берет другие ингредиенты? Из кого? Из чего? Из где? Из земли, Так. как я видела, вот от людей энергия человеческая. Вот. А как эта энергия производится? Это люди сами ей отдают добровольно. Частично якобы сами. Так, а еще? Молитва и жертвоприношение? Жертвоприношение ни разу не добровольно. Надо посмотреть время упиенных, куда идет. Это то, которое они должны были дожить и не дожили, да? Да. Вот тот запас, который должен был быть, и их нет. На всех уровнях. Почему жатвы и почему войны? Вот это. Блин, Илья, ты гений. Спасибо, прогиб засчитан. Да что тут, ну...
хочу, чтобы ты все это увидела и проработала на своих уровнях. Я-то с этим бился как мог. Я идею Христа развенчал я сам, типа, чтобы я Христос и меня это прошел это все энергетически. Почему? Чтобы это все перестало как? Работать. Интересное ощущение, когда тебя прям убивают, разрезают, колют этими иголками. Иголки, много-много мелких иголок, чтобы нельзя было определить, чтобы карма не определила, кто последний, из-за кого умер. Много людей колят одного. Не глубоко, чтобы было много крови, много страданий, и чтобы не определить, кто. Это как Пурим. Уколоть-то это не проблема. Да, это Пурима есть. Вот когда много колет, как определить, кто нанес последний удар и прочее, да? Вот они так обманывают, типа. Вот зачем нужны все эти войны. В том числе, да. Вот зачем это все нужно, чтобы у человека время это отнять. В том числе, да. Жизненная энергия. Прикольно. И в этом вот все, что она сделала, вот этот вот, как ты показала, увидела, это зацикленный часть спирали, а вот в этом вот пространстве ее, да, все смерти идут ей. Поэтому она устраивает жатвы такие себе на омоложение. И мы плавно подходим к другому фильму, где она снова все извратила и все показала. Это «Восхождение Юпитера». Ты посмотрела «Игру Эндера». Следующее, наверное, «Восхождение Юпитера», Лень. Сегодня вечером посмотрю. Я думаю, если я не буду ехать домой, если я тут останусь, посмотрю. Угу. И даже если буду ехать, то посмотрю. Угу. Обзоры я тебе... Я не знаю, просто у меня завал. Много смотреть надо, я не успеваю делать обзоры фильмов. То есть, ну, попробую. На канале. Надо же людям показывать. Отзывы хорошие. Тебя хвалят. Вон на тебя хвалят. Я твой ученик, значит, тебя хвалят. Отмазалась, ладно. Паша к нам присоединится сегодня? Конечно. Хорошо. О чем? У нас все хорошо. Рад за вас. За всю вашу большую семью и Пашину, и твою. Это сейчас уже, да? Нет, еще через час Паша к нам подсоединится. Или сейчас ему просто позвонить? Позвони ему я... сейчас, да. Да, я могу его сейчас позвонить. Ты что будешь выкладывать, Илюш? Илья? Все, наверное. Что нужно? Я не понял. Нет, я сразу сказала Илюша, а потом исправилась на Илья. Ну, как-то слишком... Нет, пофигу. Это как... Можно назвать? Можно, это по-женски, это нормально. Угу. По-женски не Ильюша, по-женски по-другому было бы. Ну тебе виднее, я не в курсе. По-женски это было бы котик, зайчик, солнышко. Зоопарк, ну ладно. Да, это бы какой-то зоопарк или планетарий, там, звездочка, солнышко кто-то. Тебе виднее. Ильюш тоже нормально. Нельзя переходить к границе дозволенного, Илья. И это после вчерашнего-то. Кто-то заговорил о границе и дозволенного. После всего, что у нас с тобой было, Мону. Но какие не... нахрен? Ты меня как облупленного изнутри знаешь. Да, но и не только меня. Знаешь, пользоваться этим нельзя. Нельзя. Я даже ничем не пользуюсь ради личных целей. Только ради борьбы. Да. Любые цели свои, человеческими ресурсами, способами пытаюсь достигать. Хотя откаты приходят именно по мне, как по человеку. Мелочные, но приходят. Ну, сейчас посмотрим. Нет, у меня сегодня однозначно хорошее настроение. Да, у меня вчера такое было. Меня прям перло, я вообще не понимал, что происходит. Столько информации пришло. Послание ее, структуры и удары, и в то же время наполнение. Я понимал, что все работает, все сделано. Теперь нужно опускаться на другой уровень, на уровень планеты. Уже пора со временем. Как скажешь.
Ты на все согласна? Ну, с тобой, да. Ладно, договорились. Я просто увидела, как это некрасиво со стороны выглядит, Илья, и мне так стыдно стало. Я у тебя уже просила за это Тебе уже все прощение. написали, что можно там нарушать Нет, закон. это ерунда, что мне написали на самом деле. Для меня важно мое мнение и мое понимание. Вот если ко мне пришло вот сюда, вот что да, я не Хорошо, да. права. Да, это, понимаешь, это ко мне, значит, пришло просто, ну, это как-то фу, некрасиво. Ладно. Просто, вот, ну, все, ладно. Звони Паше. Я сейчас звоню Паше, и сейчас, может, он жрет, там сидит, кушает. Кушает. Кушает.